Добрый вечер. Снимаем распаковку неоновых лаков. Да, называются они «Неоновая вечеринка». Не он. Не он, а она. Производитель Make It Real. Мы уже покупали. Какие неоновые лаки, вот, уже второй раз берем. Лаки разноцветные, вот эти они очень яркие. 5 штучек по 8 миллилитров, всего 40. Упаковочка пластиковая. Здесь написано, что они для детей от 8 лет. И они снимаются пленочкой. Они без запаха, красятся хорошо и засыхают быстро, а снимаются потом пленочкой. Просто надо поддеть. Угу. Ногтем можно поддеть, и все, и они снимаются. Ну, давай доставай, будем смотреть. Сейчас. Доставай. Тут мы уже одни понакрашивали. Сейчас еще неоновые покажем. Каких они цветов. Аккуратно. Давай. Давай. 4. Вот. Вот такие цвета. Таких коробочка. Такие. Коробочка пластика. Тут такие, кстати, нарисованы. Как молнии. Радужные. Да. Сейчас какой-нибудь нарисуем. Итак, мы намазали вот мизинчик. Два слоя. Причем, когда первый слой высох, он стал темнее. Ну, сейчас второй слой нанесли, он посветлее, да? Да. Светлее. А потом, когда высохнет, он, наверное, опять станет темнее. Интересный такой лак. Вот очень яркий, привлекательный, красивый. Покупайте лаки. Апельсин. Да, точно. Помаранчевый. Написано для детей от 8 лет. Ну, думаю, если и меньше детям будет, вы покрасите, ничего страшного не будет. Наверное, пленка. Потому что это лаки детские. Всем спасибо за внимание. Приобретайте.